Ученики первой школы провели просветительскую акцию в холле школы. Символом Международного дня памяти жертв СПИДа является красная ленточка, которая напоминает нам о тех, кто умер от этой страшной болезни. Каждый, кто повяжет ее себе на грудь, надеется, что рано или поздно появится лекарство или вакцина от нее. Наша школа в этом году уже второй раз проводит эту акцию. Зимой мы выходили в декабре в единый день борьбы с ВИЧ и СПИД на площадь города, где раздавали разъяснительные листовки гражданам и красные петлички. Сейчас эта акция больше носит, она проходит под хэштегом «Стоп ВИЧ СПИД» и носит больше разъяснительный характер для молодежи. Мы провели классные часы с советом старшеклассников. Совет старшеклассников придумал вот такую идею с деревом. Это дерево останется у нас, и мы будем каждый год проводить акции для того, чтобы наша молодежь знала, каким образом передается это заболевание и как его избежать. Ни для кого не секрет, что люди с диагнозом СПИД чаще всего подвергаются пренебрежению в обществе. В холле школы совет учащихся установил дерево, на котором любой желающий мог повязать красную ленточку и тем самым выразить протест против истерии и невежества, против дискриминации и изоляции больных. Я состою в совете старшеклассников, которые решили провести эту акцию, и нашим арт-объектом стало вот это дерево с красными лентами. Завершилась акция на улицах города. Волонтеры вынесли дерево с лентами на площадь напротив памятного знака «Ангел-хранитель мира», где каждый прохожий мог присоединиться к мероприятию.